правительстве Польши грядут изменения. Отправить в отставку собираются не менее 5 министров. Имен пока не называют. По словам вице-спикера польского парламента, некоторые назначения и отставки всех очень удивят. О перестановках премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит уже завтра. Таким образом, Варшава хочет наладить отношения с Брюсселем. Они испортились из-за судебной реформы, которая, по мнению ЕС, может уничтожить независимый суд.